Девочки, всем салем, всем доброго вечера, мои дорогие зрители и подписчики. Как ваши дела, как ваше настроение? Я вот только приехала из Нур-Султана. Вот такие покупочки сегодня сделала там. Вы знаете, город готовится к Новому году. Повсюду новогодние украшения, так красиво, празднично, музыка играет. И, конечно, во всех супермаркетах, ну, очень-очень много народу. Мы так с дочей устали, пока вот, покупали все, что надо было нам. Ну, вот смотрите, я купила такое ведерко Курт соленый. К чаю я беру. Очень вкусно. Смотрите, соленый Курт, наш казахстанский. Вот. Ну и так, всего немножко по мелочи. Не буду вам все уже рассказывать, показывать. Это только часть моих покупочек. Вот такие духи мне дочь подарила. Смотрите, какие. Очень приятно пахнут. Очень. Вот. Взяла я такой соус себе. Я всегда беру к мясу. Кавказский, особо острый. Прекрасный. Отличного качества. Соус. Вот, ну и самое главное мое приобретение тоже с помощью дочери. Я купила себе вот такой новый телефон, чтобы был, ну, здесь три камеры, видеокамеры, поэтому съемка, конечно, будет теперь уже лучше, качественнее. И взяла себе, давно искала, старый мой поломался, вот такой ножичек, такая штучка, это вот тесто нарезать на манты, на самсу, в общем, пригодится. И вот для хозяйства такую штучку. К Новому году кое-что взяла. Так что покупки сделали. Еще раз скажу, это только часть я показываю. И вот я коту теперь своему беру вот такой корм. Perfect Fit российский. В фикс прайсе. Потому что ветеринар сказал, что от Вискаса у него, в общем, там какие-то почечные болезни. Может развиваться. Кот уже в возрасте, ему 8 лет, поэтому надо щадящее вот такое ему питание. Ну, девочки, всего доброго. Буду продолжать потом дальше репортажи. Перед Новым годом очень много забот, суеты. Знаете, всегда интереснее ожидания праздника, праздничнее как-то. Сегодня столько людей в супермаркетах, на улицах. Хвала Всевышнему, что все как-то улыбаются, поздравляют друг с друга с наступающими праздниками. В общем, более-менее веселое такое настроение царит. Это очень-очень приятно. Пусть у всех будет новый счастливый год. Желаю всем наступления нового счастливого года. Всего самого-самого хорошего.